Ежегодно в России туберкулезом заболевают 120 тысяч человек. В Туве активной формой болеют около 2 тысяч. Туберкулезом может заболеть любой, вне зависимости от его социального статуса, благосостояния, образования, семейного положения. Источником инфекции является больной, который легко может передать туберкулезную палочку при кашле, чихании или разговоре. Туберкулез может стать последствием неправильного образа жизни, плохого питания, несоблюдения режима сна, приема наркотиков, курения, стресса и постоянного нахождения в непроветриваемых помещениях. Основными симптомами заболевания являются кашель, недомогание, потеря веса, усталость, потливость по ночам и одышка. Для раннего выявления туберкулеза необходимо проведение проб МАНТУ и флюорографического обследования. Лечение туберкулеза в России проводится абсолютно бесплатно. Не занимайтесь самолечением. Больной должен лечиться в стационаре у врача-фтизиатра. Ни в коем случае не прерывайте начатый курс лечения. Туберкулез излечим, если обнаружен вовремя.